Владик – особенный малыш. Его появление на свет родители мальчика ждали почти 13 лет. После родов медсестра сообщила маме, что у мальчика нет левого ушка и слухового прохода, и что такого в больнице еще никогда не видели. На следующий день новорожденного осмотрел сурдолог. Результаты аудиограммы и заключения врача были безапелляционны. Слух отсутствует. У нас микротия, атрезия слухового прохода, тугоухость третьей степени. К сожалению, Владик практически не слышит на одну сторону, и мы очень за это переживаем. Нам может помочь американская клиника США, Global Hearing, но операция стоит $99 000. К сожалению, нашей семье это просто не по силам. Global Hearing – единственные в мире специалисты, которые проводят комбинированные операции по восстановлению слуха и реконструкцию ушной раковины. Изучив медицинские документы, они сообщили семье, что восстановить и сохранить слух Владика возможно. Если в ближайшее время сформировать слуховой канал и реконструировать ушную раковину, внутреннее ухо малыша сможет развиваться правильно, буквально вырастет вместе с мальчиком. На самом деле мы обращались ко многим специалистам, консультировались и в России, и в Корее, и в Турции. Но все говорят, что слух вернуть практически нельзя. Но американские врачи дают очень хорошие шансы на восстановление слуха. Счет за уникальное лечение огромен. Сумма для семьи неподъемная. Первый взнос родители Владика уже сделали. Это помогло поставить ребенка в очередь на операцию на август 2022 года. Теперь необходимую сумму нужно собрать как можно быстрее. Если сейчас мы не сделаем операцию в ближайшее время, то мы не знаем, как разовьется речь и какая задержка у нас будет, и как потом поведет себя он во взрослой жизни, да, то есть на что это повлияет. Каждый может подарить мальчику счастливое детство. Чтобы помочь Владику, отправьте смс на номер 9112, указав сумму пожертвования, или любым удобным способом на официальной странице Владислава Демцуры на сайте благотворительного фонда Алеша, алешафонд.ру. Екатерина Зверева, Настасья Лихман, новости на восьмом.